Так, что у нас? Картошка в мундире, колбаса, хлеб, яйцо. Всем сыр. Приятного аппетита нам, товарищи. Заехали на родник. Сейчас икона Божьей Матери, родник. Вы набрали уже? Вон еще с той стороны. Хочешь, умойся. Никакие. Всем привет, с вами рассказ о том о сём. Выезжаем на моря. Время 1:48. Сегодня воскресенье, 1 сентября. На море. Сейчас прогреемся. Удачи нам. Так, выезжаем из Ишкар-Алы по Кокшайскому тракту. Идем. Сейчас будет Стелла. Никого нет. Вот, Карла Маркса. Сейчас будет. В сторону Чебоксар. И она не горит. А Стелла не горит. Рано еще. Она вся, ее не видно, короче. Ну, в общем, на Кокшайский тракт в сторону Чебоксар. Мясокомбинат у нас на выезде. Автоцентр. Сборы в этот раз не показывали, одно и то же, что показывать. Едем. Направо на Чебоксары. Латине уже проехали в Чувашскую республику. Это уже Чувашия. Асфальт снят, срезан. Я не помню, в прошлом году было тут? Нет. Не было срезано? И в этом не было, по-моему. Когда мы ездили. Когда ездили, да? Да. В Нижний. Да. Вот, Чувашия. Чувашия. Добро пожаловать. А, чуть-чуть я раньше сказал. Вот Чувашия. Кугесе проезжаем. Солнце.
указатели, отражатели хорошо сделаны, высоко, удобно ехать. Перпендикулярно М12. Сейчас поедем. 12 направо, налево. Нам главное прямо, не направо. Нам все прямо. Да. Новая развязка, да? Начало платного участка. Вот безбарьерная там вот. Если не оплатишь, сейчас штраф 3000. В течение 5 дней надо оплатить, когда придет. Если не оплатил, то 3000 штрафов. Вот так. Новая трасса. Уже светло, можно фары отключать. А мы едем дальше. Хоть предупреждают. На Саранск, да, едем. Туман над водой всегда с утра, потому что рано, 4:30. Налил себе чашку кофе и взглянул. Сегодня поедем к морю, мы мечтали весь год. Составили план поездки, мне знаком маршрут. И снова мы едем вместе, приключения ждут. Позови меня, дальняя дорога, ветер за окном, мы сегодня не уснем. И вдаль убегают мысли, словно я только что рожден. Лентою мчит дорога, я за рулем. Так, с надолбами, но ям нету. Пойдет. Колечко проехали и снимали. А кукуруза снимали? Растет. Колдобина. Пока смотрел, не заметил. Кукурузы полно. Солнышко. Хуёво. Плюс 15.
Время 7:47. Остановились перекусить. Там комплекс, но запаха нет. Так. Что-то брякает надо. Шляпки. Рюкзак мне, наверное. Ну ладно, сейчас разберемся. Надо тебе кофе? Это? Не, я руки помыл. Так, мы куда-то поехали? Так, что у нас? Картошка в мундире, колбаса, хлеб, яйцо. Да. Всем сыр. Приятного аппетита нам. Товарищи, в этом не будет. Похоже, нас опять глушат. Не похоже, а 100%. Навигатор вот с ума сходит. Где-то мы непонятно. А мы въезжаем в Пензенскую область. Так что там, что? Над всеми городами, над всеми районами ее. Чем ближе Пензенская. Так, о чем мы плетемся? Пензенской. Какие огромные. Вот они большие здесь, да, только они сейчас прячутся от солнца. Голову повесили. Вот такие мясистые, да. А там маленькие, а здесь большие. С этой. В Пензе полно таких мест, в Пензенской, и чернозем уже все везде. Я считаю, Пензенская — это начало юга. Везет? А? Все, все. Тут она сама, а не ровно другая. Сейчас вывеска показать. Подряд то одна, то другая, то третья, то четвертая. Загруженная трасса. Ну так, относительно. Выходной сегодня. Для выходного загружен. Ну, еще 9:30 утра. Снова на автостраде Богучар пройдем. Трасса ночная манит. Влюблен. Дороги ты понимаешь, что не зря живешь. Море уже все ближе, скоро отдохнешь. Позови меня, дальняя. Словно я только что рожден. Летаю чьи дорога, я за рулем.
связку. Ладно, сейчас пойдем. Зачем нам сенсоры? Кстати, не играет сенсор. Там значок на сенсоре. Старая-то нам не надо, объездная, наверное. Кружочек и туда. Надо было... Сейчас у нас разворачивается. Нет, она кружочек рисует, видишь, и туда. Да. Нам туда. Через 300 метров возьмите правее, на развязку. Вон они, видишь, черная машина, туда и вот так, назад. Или куда? Нет, никуда, не туда. Нам все туда. Правильно? Возьмите правее, на развязку. Вон, Пенза, видишь? Звезду я помню. Волгоградская область. Мы ее тогда снимали, эту звезду. Заехали на родник, в честь иконы Божьей Матери, родник. Наберем воды. Вот машинка там стоит. Так сразу не найдешь. Открывается. Это 9 километров от Камышина, не доезжая. Еле нашел еще. Вы набрали уже? Нет. А что? А. Он еще с той стороны может спускаться. Вот он тут. Хочешь, умойся, Алекс. Угу. И вот тут такая красивая. Собачка местная с нами. Охраняет тут источник. Авиабаза-отель. А-а-а. Макет, что ли? Спортивный, типа. А-а-а. Камышин, дорогой. Так, сколько тут бензин-то? 61. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, что заправился там, да? Так что тут в Лукойле хрен, а не цены. Я думал, на трассе дороже, а тут в городе. Надо посмотреть там еще около жилья. Там есть, да? Там лад, напротив, через дорогу. Так. Камер нет. Ехали в Камышино. Ехали. В прошлый раз снимали, ничего не снялось. Скорость была неправильная на камере.
надеюсь, в этот раз правильно. Так, нам ехать и ехать. Пять километров, короче. Чуть-чуть проехали, съехали тут же. Так, нам еще 4 километра. Вот фу ведет. Ведет навигатор. Надеюсь, правильно ведет. Чик. Ну, на тебе каприль. Так, еще 3 километра, 600 метров. Почти у Волги, что ли? Он пятерочка. Но дома должна быть одна пятерочка. Какой-то вон справа. Так, еще сейчас будет лежачий. ТЦ, да, сделан такой. Интересно. Камера. Ограничение 40. Так и думал. 300 метров. Хорошо. Направлено в спину. Так, еще 3 километра. Тут же лежачий. Зачем тут камера еще, да? Ничего себе, рядом с трассой. А туда надо возвращаться будет? Ну, на карте кажется, что рядом. Камер нет. Ты не заметишь утром, это тебе не по Вологде ехать или по Череповцу полдня. Камышин-то небольшой. Наверное. Видишь, машин нет. Только на том, там всегда пробка, да, получается? Через 400 метров поверните направо. Мне интересно. Совсем. На светофоре, что ли? Поверните направо. Тут подуставшая тоже, такая бом-бом-бом. Дома там вон какие большие. Йога. Усадьбы. Да. Так, еще 1.5 километра. Жилые. Ну, назад едем уже обратно как бы. Через 460 метров. Через 300 метров. Чё? Еще 580 метров осталось. Я не уверена, что здесь что-то есть. В смысле? Не уверен. А ну да. Из этих, значит, домов. Наверное.
Так, у нее тоже... Вообще пару бизнес не прицепляет. Дальше. Туда вон поставим вот. Рум-тур. Мы заехали в Камышин. По тумбочкам лазить не буду, тут все стандартно. Микроволновка, все есть. Холодильник большой, двухкамерный. Точечное освещение потолочное. Газовая колонка. Вот мы уже тут поели, пообедали. Так, сейчас коридор начну. Так, вот входная дверь. Шкафчики. Санузел, ванна совмещенный. Вот так. Стиралка. Обычная. Очень большой. Вот у нас дочка обычно маленькая раскладная. Маленькая кровать, диван раскладной. Вот, вот наша двухспальная кровать, да, полноразмерная. И у нее прям вот диван тоже разложился один в один. И тоже он крепкий, не проваливается. Телевизор, цифровые каналы, YouTube, как положено. Самое интересное, мне понравился и двор. Вот там дети играют. Как у нас... В городе Волжске также двор весь зеленый. Мы постоянно на улице болтались. Рядом гаражи. И у нас также были гаражи. Все, дома старенькие, конечно, но уютно. Мне нравится. Нам нравится. В общем, нам понравилось. Все. Всем пока. Картины отдельные. Интересные, да? Картины какие. Линолеум на полу, ковер такой. Ну, приятно. Все, заканчиваю. Доброе утро всем. Мы собираемся. Конец люстра. Встали, все в дорогу взяли. Приготовили кофе опять, сварил я. Сейчас поедем, время 2:09, понедельник. Сегодня дети идут в школу, а мы сейчас уходим. Итак, маршрут мы построили, нам еще 1015 километров. Тепло пока ночью здесь. Можно в футболке ходить. Все, сейчас выезжаем.